Фрегат «Генерал Григорович» присоединился к группировке военно-морских сил России в Средиземном море. В прошлом году с него осуществлялись пуски ракет по целям в Сирии. Теперь ему предстоит принять участие в дальнейших боевых операциях. Фрегат был направлен сюда из Севастополя после того, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Между тем в Сирии продолжаются боевые действия. Эта видеозапись, как утверждается, сделана в пятницу в городе Дума и демонстрирует последствия ударов сирийской авиации. Город расположен к северо-востоку от Дамаска и находится под контролем вооруженной оппозиции. По данным правозащитников, в результате этой бомбардировки один человек погиб и около 10 получили ранения.